Так, давай, иди сюда. Так, что-то выпало. Не знаю, что это такое? Еще один. Так, давай. Так, а, тихо. Нет, нет, нет. Ай, нет. Тихо. Нет. Блин, они туда... Так красиво как. Четко. Привет всем, с вами Лев. И это мой новый ролик спустя, ну, как сказать, ну, какой-то месяц всего лишь. Ну, да ладно, я как бы сделаю вид, что ничего не было. Да уж. Сегодня я вам покажу сборку 2017 года. Да, свою старую сборку 2017 года с модами Divine RPG и Eternal Isles. То есть, если что, Divine RPG это хардкорный мод, очень старый, да. А Eternal Isles это от тех же разработчиков, только более такой новый мод, который был на 1.7.10, на 1.7.2 вроде как еще. Ну и потом переделан, насколько я знаю, в Nevermind, да, который сейчас на новых версиях, там 1.12.2, наверное, 1.16, что-то такое. Окей, сегодня мы будем выживать, посмотрим, что здесь да как. В принципе, давайте начинать. Так, ну что ж, давайте я начну собирать еду потихоньку, да. Монстров никаких нету. Если что, это хардкорная сборка. Я думаю, и так понятно. Divine RPG это сразу понятно, что хардкорно будет. Да, но если что, здесь есть мод на зомби. То есть здесь много зомби спавнится обычно. Сейчас что-то вообще никого нету. Это странно. Ну да ладно. Я думаю, что появится. Надо просто немножко подождать. На самом деле это очень хорошо, потому что сейчас я могу быстренько развиться. Так, сделаю я сейчас инструменты. Так, ну вообще что-то как-то, знаете, легко. Легко, пока вообще никого нету. Да, так, если что, здесь фейерверки, когда даются достижения, поэтому не пугайтесь. Это какой-то мод делает, да. И, короче, просто здесь дофига модов, и, то есть здесь есть оружие даже. Ну, оружия здесь немного, но оно есть. Так, а вот, походу, первый монстр. Я его, кстати, помню. Это с время хардкора, летсплея. Да, не путать с технохардкором, потому что они очень похожи по названиям, но все же. Так, у нас тут карта, у нас тут, короче, всякое разное. Да, я, может быть, сейчас что-нибудь покажу вам, но я сегодня особо ничего делать не буду. То есть это чисто такой ролик, где я немножко попробую повыживать, показать вам, что да как здесь вообще, как это все выглядит. Потом покажу немножко в креативе и, как бы, наверное, на этом закончу, да. Но если вам понравится эта серия, то я, конечно же, продолжу, да. Почему бы и нет. Так, кстати, у меня сейчас вода закончится, если что, у меня здесь есть питье. Да, жажда. Так, первые зомбаки уже пошли. Я сейчас, если что, пошел за песком. Так, еще монстры. Ну, короче, их немного, если честно. Потому что бывает, когда прям даже днем их дофига. Но днем, конечно, их поменьше будет. Ночью, конечно, их тут дофига будет. Поэтому я думаю, что сегодня будет жарко, да. Будет интересно. Но это ладно, это ладно. Я сейчас быстренько печку сделаю. Мне, короче, нужна вода. Так, монстры рядом. Где вы? О! Нормально. Так, это Eternal Isles монстры. Я вас помню. Давай, давай. Но они легкие. Ой-ой-ой, все, я сейчас буду помирать. Но если что, сейчас отравление, да, пошло. Но ничего, я сейчас, короче, сделаю бутыльки, сделаю воду, и все будет просто прекрасно. Так, отлично. Ой, подлагивает. Так, короче, я сейчас сделаю еще бутыльков. Смотрите, если у меня будет уголь, даже пусть у меня одна штука угля будет, то я смогу сделать себе, знаете что, я смогу себе кое-что сделать. Я сейчас напишу water, и здесь вот можно сделать вот такой вот бутылек. Это, как знаете, очищенная вода. И я могу сделать фильтр, вот, смотрите, просто древесный уголь, и вообще будет все отлично работать. То есть я просто беру, вот таким вот образом добываю дерево, да, делаю вот так вот, делаю древесный уголь, да. Если что, здесь есть еще мод Recapitator, я смогу им сейчас добыть целое дерево. Правда, это будет достаточно долго, поэтому, наверное, проще шифтом, да. Если что, шифтом здесь добывается как обычно. Как обычно дерево добывается. Так, не целое. Что дальше, что дальше? Я сейчас делаю вот так вот. Кстати, уже ночь. Будет сейчас, это жесть. Это будет жесть. Так, есть фильтр, есть это. А, фух, я уже думал, он одноразовый. Он, видите, многоразовый. То есть эти бутыльки можно уже будет стакать. Поэтому зашибись. На 5 хватает. Тут, если что, по 4, да, вот так вот стакается. Короче, зашибись, зашибись. Все не так плохо. Так, вода у меня есть, все, зашибись. Еды, в принципе, мне хватит. Можно вернуться в деревню. Кстати, наверное, в деревне сейчас будет безопаснее всего находиться. Хотя я если честно, не уверен. Тут, видите, еще мукрейшер с мод на животных.
Я прям вспоминаю название модов, потому что в свое время я с ними прям играл постоянно. Поэтому сейчас для меня это прям даже какая-то ностальгия. Видите, я поставил старый Fightful. Ну, короче, это такой немножко ностальгическая серия будет, потому что не каждый день вообще в такие сборки играешь. На 1.7.10. Да, это не 1.12.2. Хотя 1.12.2 тоже уже достаточно старенькая версия, хотя она, конечно, там не 14-13 года, поэтому это все-таки не такое старое. За мной какие-то скорпионы бегают. Нормалек, в принципе. Да, кстати, здесь почему-то иногда мобы не появляются. Я не знаю, с чем это связано, то есть монстры. Они то ли появляются в какое-то определенное время, то ли... Я не знаю, то ли они действительно там какое-то время не появляются, потому что... Это максимально странно. А, тихо. Так, этого монстра я знаю. Он слепит меня. Так, тихо. Капец, у него 90 хп. Где он? Вот он. Я не помню, из него что-то выпадает или нет. По-моему, да. Так, давай, иди сюда. Так, что-то выпало. Не знаю, что это такое? Еще один. Стоп, стоп, стоп. Так, я на тебя не смотрю. Да не смотрю на тебя, я не хочу помирать. Стой, 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 стой. Так. Чтобы вы понимали, эта сборка дико оперативки жрет. Вы просто посмотрите на это. Просто посмотрите. 22 гигабайта. Просто непонятно на что. Я ничего не построил. Просто сборка дико какая-то. Сумасшедшая, лаганная и так далее. Поэтому эту сборку вообще никому не советую скачивать, да? Я вообще ее не буду выкладывать, потому что, ну, это, блин, слишком опасно. Я не хочу, чтобы у вас что-то случилось, да? Плохое. Я сам на ней играть бы не стал, потому что, ну, это, блин, что-то жестко вообще. То есть здесь постоянно надо перезапускать будет игру. Потому что оперативка будет доходить даже до 30 гигабайт, я думаю, дойдет. Просто надо время какое-то. Вот уже 22.40. Ой, 400. Да блин, достали. Короче, это сборка чисто на сею одну. Да. У меня, кстати, если что, есть еще сборки. Поэтому если вы думаете, что это все, то это, ну, это не все. Да. Поэтому я могу снять еще роликов на разные другие сборки. Поэтому если вы хотите это, то, пожалуйста, там лайки ставьте, пишите комментарии. Вообще активничайте как-то на канале, потому что я сейчас тоже хочу активничать. И хочу, чтобы вы тоже, так сказать, была какая-то отдача, да. Чтобы вы тоже что-то делали, там просто лайк какой-нибудь поставить, и вообще будет зашибись. Так, я походу умер, да. Окей. Если что, здесь можно вот так вот телепортироваться. Это вообще крутяк. Так, может быть, что-нибудь скрафтить? Я бы сейчас бы что-нибудь реально бы интересное попробовал бы скрафтить. Так, 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 так. Здесь очень много интересных модов можно найти. Я просто не помню уже, что это за моды и так далее. Много модов было, ну, из этих модов было время хардкора. Но там было всего лишь 40 модов, здесь 96, поэтому... Понятное дело, что здесь намного больше. Да и, если честно, здесь не нужно... Вообще не нужно столько модов, потому что их так много, и непонятно куда... Для чего это просто, да? Так, я, кажется, кстати, знаю, куда мне сейчас лучше пойти. Конечно, это опасно, я умру там 22 раз. Но все же, я получу какие-то вещи. Тихо, тихо. А, это самый легкий. Так, давай. Тут есть еще куча зомби, только почему-то их вообще здесь нету сегодня. Не знаю, с чем это связано. Так, я бегу. Мне нужен данж. Не, монстров хватает. Монстров, в принципе, сейчас мне вообще за глаза хватает. Только я не могу найти... А, вот, все, вижу, вижу, вижу. Бегу в этот данж. Я думаю, вы его все прекрасно знаете. Он есть и на моей сейчас сборке, которую я записываю, техно-хардкор. Хотя, как я ее записываю? По-моему, я ее не записываю, да. Уже полгода, кстати, прошло с момента записи последней серии. То есть я, по сути, роликов вообще сейчас не снимаю уже сколько месяцев. Считайте, полгода меня на ютубе нету. Да. Но если, конечно, после этого ролика я начну активничать хотя бы там, ну, раз в две недельки где-то записывать хотя бы, то уже, конечно, можно будет сказать то, что я хоть как-то активничаю. Что действительно канал вообще не умер. Но я буду стараться, действительно. Сейчас я буду стараться. Я, как-то, знаете, уже настроение появляется записывать ролики. Как-то уже просто главное начать это все делать. Тихо. Тихо. Так, я уже сюда спустился. Сейчас буду спавнер, наверное, ломать. Они мне сейчас вообще не нужны. Так, все, зашибись. Это тоже я сейчас сломаю. Так, откуда я пришел? Я где-то здесь, короче, бегаю.
Это здесь ядышком буквально. Так, кстати, топок можно как основное оружие использовать. У него урон... А, нет, не больше. Все. Вот, я отсюда пришел. Так, ой, лагает капец. Ну, сборка вообще не для записи. Даже не просто поиграть, потому что... Ну, она просто неисправная какая-то. Надо кучу модов здесь удалять. Или, я не знаю, тут какой-то мод, скорее всего, творит всякие проблемы. То есть, из-за которого у меня лагает. Из-за которого куча оперативной памяти жрет. Жрется. Поэтому сборка, скорее всего, неисправная. Короче, какая-то интересная комната. Я такую комнату ни разу в этом данже не видел. Тут еще какие-то клоуны. Что-то громкие какие-то. Ну ладно. Так, давай. Так, а, тихо. Нет, нет, нет. А, ай, нет, тихо. Нет. Пожалуйста, я не хочу умирать. Хотя... Ай, блин, умер, ладно. Что-то вообще непонятно происходит. Хватит меня бить-то все уже. Так. Что происходит? Так, зомби, отстань. О, там какая-то интересная комната. Идите от меня. Кстати, клоны, по-моему, не нападают. Или они просто стреляют по мне. Не очень понимаю. Так, пауки, смотрите, тоже анимированные. Тут вроде как только пауки и зомби анимированы, насколько я знаю. Так, яблоко. Тихо! Клоун убил. Так, давай, клоун, давай, давай, давай. Нифига он жесткий. 200 хп, ты сумасшедший, что ли? Не-не-не, пошел в жопу. Иди нафиг. Так. О, он сам ушел. Блин, я умер. Блин, веселая сборка на самом деле. Вообще сам веселее, блин, не видел. Так, это собираю. Это еда. Так, быстренько вещи вот так вот собираю. И отличненько. Здесь есть железный блок. Это очень хорошо, я могу сейчас что-нибудь скрафтить хорошее, что-то интересное. Так, есть. Это есть. И сейчас посмотрю, можно скрафтить броню, ее, кстати, сделать разноцветной. Не знаю, зачем я этот мод сюда ставил, просто разноцветная броня, которая ничего не дает. Ну, давайте сделаю, в принципе, почему бы и нет. Так. Да достали, ну сколько можно-то, а? Меня уже 7 раз убили, да иди... Круто. Круто. Да бессмертный зомби. Что? Отстань, собака. Бессмертный зомби. Так, ты тоже сдохни. Так, давай, 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 умри. Да со всех сторон, ну сколько можно. Давай. Нет. Да не бейте меня. Да откуда у вас такое количество-то? У вас тут вообще не было. Так, блин, босс, ну босс, это конец. Ладно, я их завалю. Я... Ну да, я таких зомби, конечно, завалю. Меня пауки забили. Нет, у меня просто без комментариев, пожалуйста. Блин, они туда... Да красиво как. Четко. Где бежать? А-а-а! Так. Вещи! Вещи! Да блин! Да чё у вас так много-то? Так, я здесь. Так. Ой, блин, ну понятно, минус опять, минус, минус, минус. Давай, да ёпта! Так, зелька! Пей! Так, хилка пошла, хорошо. Так, есть кирка, есть зомби. Зомби, это не очень хорошо. Да сколько у вас? Где спавнер? Где спавнер? Я просто убегу тогда. Пошел в жопу зомби. Так, я вот так вот разрушаю. Так, пауки. Пауки. Так, а, это я с другой стороны. А как там оказался этот дурачок? Чё это такие жесткие? Так, зомби, не-не-не, не в этот раз. Пауки. Вот пауки, я не понимаю, откуда они берутся. Нет! А. Так, я... О, меч! Все, отлично, господа. У меня... Меч на 7 урона. Это хорошо. Правда, у меня теперь нету железа. Все, все. Я в защите. Отлично. Может быть, в плохой защите, не знаю. Но хоть что-то у меня здесь есть. Факела могу сделать. Хватит меня бить. Так. Так, господи, пауки! А! Так, быстро факела. Миллион факелов ставлю. Так. Скелеты уже пошли. Хардкорно. Жестко, капец. Света много ставлю.
Так, меня зажимает по чуть-чуть. Меч хороший. Меч уже какой-то урон дает, прям нормальный. Так, скелеты спавнятся, это плохо. Так, 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 никто меня не зажмет. Не сегодня. Не сегодня. У вас, конечно, миллион, но ничего страшного. Ну, уже не миллион, конечно. Так, давай, 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 давай. Да сколько? Можно. Так, кирки нету, вот эта проблема, понимаете? Так, а, у меня все нормально. Так, о, скорость есть, нифига себе. Так, это факела, это я сейчас ем. Скелеты спавнятся. Так, так, все. А! Тихо. Можно вернуться. Стоп, это что? Так, какие-то зельки. Тут скорость, смотрите, даже дается. Так, зелька дает замедление, но в целом хотя бы восстановление. Поэтому это не так плохо. Могу зельку выпить. На скорость. И вообще отлично. Так, я бегу. О, она неплохая, кстати. Так, ой, лагает, капец. Лагает. О, моя база. Отлично. И кирка вернулась. Так, ну все. Железо вернулось. Так, отлично. Давайте покрафтим, и я буду на этом заканчивать. Да-да, да что тут крафтить? Можно просто какую-нибудь вот такую фигню сделать. Грудак. А грудак-то необычный, потому что, смотрите, защита здесь меньше, потому что дивайн РПГ. Блин, это плохо. Интересно, он здесь вообще... Блин, нам, может быть, нужна обычная железная броня? Хотя это вроде обычная. Мы сейчас посмотрим. Так, о, ботинки. Да, паук, отстань. Паук, отстань. Так, есть у меня это, есть это. У меня уже есть хоть какая-то бронька, что не так плохо. Так, это ломаю. Это ломаю, это ломаю. И в целом, можно сказать, что я по чуть-чуть их побеждаю, да. Хотя... Ладно, не буду. Так, просто лампочку. Это особо не поможет, но все же. Так, что здесь? Еда. Ну, в целом, смотрите, какие-то вещи здесь можно найти. Неплохие. Если спуститься на уровень ниже, там найдешь еще получше. Что, в принципе, логично. Но там в разы от корня. То есть я не понимаю, есть ли вообще смысл вот этим заниматься именно в обычном выживании. Потому что ты умираешь по 10 раз. Это что такое? А, это обычный. Это вообще даже легче зомби. Давай. Так, закрываюсь. Ты что думал? Так, давай, закрываю. Вообще возвращаюсь наверх. У меня никакой метки, к сожалению, сверху нету, поэтому возвращаться придется самому. Так, я выше уже забрался. Это означает, что здесь уже не так хардкорно. Нет, это хардкорно. Это очень хардкорно. Так, быстренько кушаю. И все, я возвращаюсь. И сейчас я, наверное, уже буду в этом плане уже... В плане выживания сегодня заканчивать, да. Ну, сборка была интересная. Так, на улице ночь. Я нифига я бегаю, это же скорость 1 всего лишь. Или она как-то здесь настроена в этой сборке очень сильно. Но я как будто под скорости... Ну, скорость 3 это какая-то. Ну и смотрите, какие у меня вещи так-то. Ну, то есть я неплохо так развился, казалось бы, ну, не знаю, там, за 20-30 минут. И уже не так плохо. Так, а я сейчас попробую вот как сделать. Так, а тут же какие-то есть цветки, которые, по идее, должны давать цвет. Да, вот он, все, сирень. То есть, чтобы можно было покрасить броню. А, нет, нельзя, потому что это броня из Divine RPG. То есть, обычную железку, оно бы спокойно бы покрасило. Оружие мне бы железа не хватило. Это всего лишь рожок. Так, а сколько стоит даже какая-нибудь пушка? Ну, тут больше надо железа, чем 10. То есть, ну, в любом случае, если это делать какое-то выживание, то да, пушка нужна будет. Итак, пришло время показать, что здесь вообще за моды. Просто удивиться, мягко говоря, да. Вот просто показываю список. Просто медленно показываю, да. И да, Слилкрафт здесь есть. Метеориты. Этот Лунатис Мопс. То есть это вот эти монстры, которые у меня сейчас на 12.2 в технохаткое. Есть Мукрейшерс, это животные. Это мебель. То есть можно сделать любую мебель. Кстати, крафтится она совсем недорого. То есть мог сделать и сейчас, но не стал, потому что не было смысла. То есть вот всякие шкафчики. То есть это, в принципе, тоже достаточно известный мод. Я думаю, что его все знают. Там телевизор даже можно сделать. Вот какие-то тут даже сериалы, я не знаю, смотреть можно. Компьютер есть, он, кстати, рабочий. Что-то покупать за опыт или наоборот. Типа опыт покупать. Так, это я не знаю, что-то такое. Чизел, какой-то сломанный мод. Это мод на воду. Это земляные инструменты. 9 урона? Чего?
Так, стоп, я должен проверить. Я должен, господа, проверить. Спавн зомби. Ой, лагает. Раз. То есть я мог скрафтить... Я мог скрафтить этот меч и играть спокойно. То есть я мог скрафтить и получить офигенный меч. То есть как алмазный, даже круче. Алмазный сколько здесь? 8 урона. Ну, понятно. То есть даже круче алмазного. Броня, это понятно, это я вам показал. Это я вам более-менее показал. Есть еще вот такой вот мод на трамплины. Всякие разные. Так, вот, давай, опа. Опа. Нихера себе. А белая? А, нет, желтая самая крутая. Вы просто посмотрите на это. Просто это что? Это просто жесть. Конечно же, мод на еду. Портал. Пушки. Пушки, я думаю, это самое интересное, поэтому я вам сейчас ее покажу. Вообще странно, но должно вот здесь сверху появляться как бы перезарядка и так далее, но почему-то этого здесь нету. Такое ощущение, что мод сломан. Ну, в данной сборке. Ну, я вам говорю, это сборка 17-го года, я тогда не умел сборки нормально делать. То есть это просто была сборка, где все он понапихал, да, всего на свете. И получилась фигня, потому что, ну, даже на сейчас, на более-менее таком нормальном компьютере, у меня лагает. Показываю еще быстренько вот так вот моды, да. Custom NPC, зачем я его сюда вообще поставил? Все, у меня лагает аж начало. Капец. Ну, то есть все понятно. Чего? Воу! Нифига себе! Воу! А вот это интересно! То есть это яйцо просто кипака какого-то. Непонятно какого. Может быть, это просто скрипер выпадает фигня какая-то. И потом можно сделать такое яйцо. Так, есть мод на животных. Есть компьютер крафт. Да, то есть, видимо, это мод, в котором можно сделать какие-то команды, какие-то писать, да. Ну, кстати, прикольно. Прикольно. Я этим модом особо никогда не занимался, но вообще, я думаю, что мод интересный, и, может быть, когда-нибудь в будущем, возможно, я бы и занялся бы им. Конечно же, не надо забывать про Divine RPG, который здесь есть. Да. Divine RPG это сразу, я не знаю, там больше 10 изменений в Divine RPG, куча боссов, то есть это... Я не знаю, мне кажется, когда я эту сборку создавал, я вообще не думал о том, что... ну, то, что это совсем перебор, то, что это просто сборка, где напихано все на свете. То есть сборка и хардкорная, и, по сути, немножко индустриальная, и как бы... Ну и вообще, как бы, это просто перебор, то есть просто не вытягивает ни один компьютер, мне кажется, эту сборку, потому что, ну, опять же, жрется оперативная память. Я сегодня уже два раза перезаходил, я сейчас, если что, только что перезашел, опять же, чтобы просто 20 минут или, там, не знаю, 10 минут смог что-то вам порассказывать еще. Так, ну тут Divine RPG, Forestry тут еще есть. Так, это какие-то вещи... какие-то инструменты интересные. А, тут же есть еще мод Tropic Craft. Это мод, который делает изменения. Там, короче, выживаешь в совершенно другом мире. Там другие зомби, другие криперы. Вообще другой мир целый. То есть и ты выживаешь в тропиках, в джунглях где-то и так далее. И там вообще ты познаешь дикую природу, да. Очень интересный мод. Но, по сути, можно было просто... Не знаю, Divine RPG какой-нибудь поставить, поставить парочку модов там вспомогательных, то есть, например, там, не знаю, рюкзак какой-нибудь, мини-карты всякие, ну, то есть, всякие такие легкие моды, которые нужны просто почти в каждой сборке. Ну, может, какой-нибудь Dustin Craft еще, то есть, потому что это тоже достаточно такой нормальный мод, который вполне бы мог бы вместе с Divine RPG идти. Ну и все, и больше особо ничего не надо. А тут получается, что все понапихино и понапихино, чего? Ну, вы поняли, короче, да. Интересная сборка. В любом случае, интересная. Здесь прикольно бы повыживать. Но чтобы здесь повыживать нормально, нужно будет удалить хотя бы модов, там, не знаю, 20. Хотя бы, да, которые будут мешать играть. Которые будут создавать эти все проблемы. Именно эти моды и убрать. Ну а так... Прикольно, но куча багов, лагов, миллион ненужных предметов. Ну а так-то, в целом нормально. Да, нифига я летаю, прикольно, смотрите. Это я вот так вот летаю, вот так вот я стою в воздухе. Или пою в воздухе, но неважно. Всем спасибо, пока-пока.
и удачи. Я думаю, что такое видео было интересно вам. Мне очень сложно комментировать, потому что я так давно не комментировал ролики, это вообще жесть. По сути, ролик, который выходил месяц назад, это вообще, ну типа, знаете, просто рассказал какие-то причины и все. То есть, по сути, даже ролика можно не считать. А так я не записывал, не знаю, ну полгода, по сути, нормально не записывал ролики. Да. Буду возвращаться. Всем спасибо. Пока-пока. Весело, конечно.